Всем привет! Вы на канале Body Money. Самый сильный человек в Пакистане – пакистанский Халк Араб Хизир Хаят. Более известный как Хан Баба, считает себя самым сильным человеком в мире. Конечно, все уже давно знают, что Халк поролоновый, а все его рекорды просто выдумка. Но давайте на время вернемся к официальной версии. Парень устанавливает мировые силовые рекорды и весит больше 400 килограмм. Правда ли это? К сожалению, кроме иранцев, никто не верит в эти рекорды. Хан Баба – 30-летний житель Пакистана. Он родился и вырос в городе Мардан. Парень утверждает, что он не всегда был таким сильным. В возрасте 18 лет он выглядел как обычный подросток. По его словам, после 18 он начал набирать мышечную массу и силу с поразительной скоростью. Сегодня его вес приближается к 500 килограммам. Конечно, это только по словам самого Халка. Невероятная сила позволяет Хан Бабе поднимать мотоцикл над головой, тягать руками легковые автомобили и даже сельхозтехнику. Трактор, например. Один раз он заявил, что поднял над головой 5000 килограмм на соревнованиях в Японии. К сожалению, никто не видел этот рекорд. Хан Баба утверждает, что только на завтрак съедает 36 яиц и выпивает 5 литров молока. Отсюда и такой вес силача. При этом он заверяет людей, что со здоровьем у него все в порядке. В общем, абсолютно уникальный человек. Он имеет огромную популярность и является суперзвездой Пакистана. Хан Баба участвует во всевозможных бойцовских шоу в Пакистане, принимает участие в псевдобоях. Друзья, всем привет! Как вы знаете, у команды Body Money довольно много машин. Сегодня мы приехали в автоспа-студию на Нижинской. Сегодня с нами Виктор, наш большой друг. Привет, Вить! Он покажет нам, расскажет про то, что будет сделано с машинами и то, что уже сделано. Сделали салон полностью. Самое интересное, это, наверное, кожаные элементы, которые были уже пробегом убиты. Так вот все это дело изменилось. Был полностью почищен салон, сделана антибактериальная обработка и керамическая защита кожаных покрытий и текстильных. Поехали дальше к Мерседесу. Будем делать полную химчистку салона, антибактериальную обработку и также полную защиту кожаных и текстиля. Полностью по кузову полирнем машинку, покроем керамическим покрытием два слоя, нанесем антидождь на все остекление. Ну и под капоточку тоже подшаманим, сделаем красивый двигатель. Был проведен комплекс работ по установлению лакокрасочного покрытия. Почистили салон, защитили кузов керамикой, нанесли антидождь на все остекление. Помыли днище, отмыли, соответственно, выхлопную систему и подкапотное пространство. Теперь тоже очищено и под защитой. Результат наглядно можно наблюдать. В нашем автокомплексе есть и обученный персонал, и химия правильная, и полный подход к вашей любимой машине. Приезжайте, ссылка под видео. Ребят, в процессе дня то, что у нас комплекс постоянно забит, автомойка забита, клеятся еще машинки в полиуретановую броню. Вот на примере новой BMW 3 серии. Стойки, зеркала, полоса на крышу, зоны под ручками и зона подгрузки заднего бампера. Судя по недавнему репортажу в «Мир наизнанку», люди принимают его за национального героя, а передвигается Халк под присмотром вооруженных охранников. Но журналистам из канала «Мир наизнанку» все-таки удалось поприсутствовать на установлении очередного мирового рекорда. Пакистанский Халк тянул небольшой грузовичок с людьми.
Общий вес всей этой конструкции явно не превышает 5 тонн, что является детским весом по сравнению с тягой поезда или самолета, например, весом от 40 тонн. Но пакистанские судьи с радостью зафиксировали рекорд. К сожалению, Хан Баба отказался пройти процедуру взвешивания, сославшись на договоренности с неким японским промоушеном. Совершенно очевидно, что Хан Баба столько не весит. Есть подозрение, что под его одеждой что-то вроде поролонового костюма, который создает такой монструозный объем. Но жители Пакистана, как ни странно, верят в подвиги своего кумира. Что вы думаете по поводу пакистанского Халка? Настоящие ли его рекорды? Напишите в комментариях. Не забудьте подписаться на канал. Всем пока!